Parfum, кома де гарсон, made in Spain, то есть это испанские, то есть произведено в Испании. Вот такая вот прекрасная, чудесная баночка. На вашем туалетном столике она будет смотреться просто великолепно. Кома де гарсон 888. Супер классные духи, они тоже необычные. Они вот такие специфические, они тоже какие-то специи, какая-то сладость, какая-то горечь. То есть даже я не знаю, как описывать эти духи, но они просто необыкновенные. Это также духи унисекс, но я их на себе не использую. Пользуется мой муж, ему очень хорошо подходит к его коже. Очень хорошо сочетается, прекрасный запах. Я бы сказала, что этот запах прекрасно сочетается с мужскими, с мужчинами, то есть с мужчинами, можно так сказать. Но мне очень сильно мне нравится, но как-то я все равно немножко он меня так отдаляет, он не сильно меня привлекает к себе вот этот запах, но хотя мне очень приятно, когда пользуется муж этими духами, поэтому я очень довольна, что, кстати, это я ему подарила, потому что я их купила и решила просто сделать ему приятно, так как я все себе и себе, но мужа тоже надо помнить, любить, уважать, ценить и иногда кое-что подарить. И всегда приятно, да? Такие вот парфюмы Кома де Гарсон 888. В принципе, я посоветую мужчинам присмотреться к этим парфюмам. Или женщины, присмотритесь для ваших мужчин. Это унисекс, если чего-то там не то, вы можете пользоваться. И вот такие вот парфюмы, 50 ml, Ипи Пачули, само слово говорит Ипи Пачули, то есть это пачули, запах пачули. Карамент Белле, то есть это французские парфюмы. Я ставлю, значит, сайтик. Я нот не знаю этого парфюма, поэтому с нотами, к сожалению, вас не ознакомлю. Но я думаю, что здесь просто присутствует только вот запах пачули. Обалденные. Я ставлю сайт, вот Карамент Белле. И вы посмотрите на сайте, значит, там показаны вот 10 вот таких вот баночек парфюмированной водички. И причем все они разные, есть запах мускуса, есть пачули, еще там другие запахи, то есть 10, если вы покупаете набор 10 баночек по 50 мл, вы платите всего лишь 200 евро, то есть это супер. Я, наверное, когда-то себе приобрету, потому что, наверное, я приобрету, чтобы, ну, как бы иметь всегда как в подарок кому-то подарить, потому что стойкие, очень стойкие, такие прям необычные, ну классные такие. Я тоже иногда брызгаюсь, но это очень редко, потому что я немножко придерживаюсь такого принципа, что, то есть как бы это унисекс, да, но я немножко придерживаюсь, потому что надо все равно разделять, чем пользуется ваш мужчина, и естественно вы должны также иметь свои духи, а мужчина ваш должен иметь свои духи, иначе это будет вот такая путанина, потому что когда я, например, мой муж как-то был однажды в отъезде, да, на недельку по работе надо было отъехать, и вот этот запах, я не знаю, по какой причине он с собой не взял. И вот, когда он не было его дома, то есть в его отсутствии, да, я вот пользовалась этими
парфюмную. Почему? Потому что мне не хватало вот этих, мне напоминал, этот запах мне напоминал моего мужа, как-то его, да, вот. То есть это запах, это воспоминание, это напоминание этого человека, это как бы его, его этот запах, понимаете? Поэтому я по той причине как бы и не пользуюсь, даже при том, что мне очень сильно нравится вот этот запах. По этой причине я не пользуюсь, и они никогда не будут моими. То есть я эти парфюмы называю парфюмы моего мужа. Но хочу сказать еще раз, повторюсь, что это унисекс. Вы можете купить эти парфюмы для себя. То есть, если вы женщина, то женщина вы для себя купите, если вы мужчина, то для мужчины. Вы можете приобрести для себя эти парфюмы. Вот и все. На этом все. Пишите мне, задавайте вопросы. Может быть, что-то непонятное было, непонятно сказано, или что-то я не договорила. То есть, пожалуйста, для этого существуют комментарии. Я к вашим услугам. И до скорой встречи. Я всех целую. Пока-пока. С вами была Татьяна. Пока.